На протяжении всех времен ученые изучали человеческий мозг, но так и не раскрыли всех его тайн. Позади много открытий, но чего же еще мы не знаем о себе? Он то, что мы есть. В этом фильме мы приглашаем вас проникнуть внутрь человеческого мозга. Он управляет нашими движениями. Он то, что мы есть. Здесь живут наши воспоминания. Здесь наши эмоции и внутренний мир. Головной мозг – главный орган центральной нервной системы. Функции мозга включают обработку сенсорной информации, поступающей от органов чувств, планирование, принятие решений, управление движениями, положительными и отрицательными эмоциями, внимание и память. Мозг человека выполняет высшую функцию – мышление. Одной из функций мозга является восприятие и генерация речи. А сейчас мы расскажем вам факты, о которых вы даже не задумывались. Солнечный свет заставляет нас чихать. Среднее число мыслей, которые проносятся в нашей голове каждый день – 70 тысяч. При просыпании мозг создает электрическое поле в 23 ватта, что является достаточным, чтобы зажечь лампочку. Конечно же, это не все факты, которые мы могли вам рассказать, поэтому ждите новых выпусков и будьте с нами на Juice Media Groups.